Все. Включила только. 10 сентября прыжки на озере продолжаются. Да, и, наверное, будут дальше продолжаться. Ну, погода хорошая. Да. Опа! Хорошо. Если мелко дна касаюсь. Да ты что? Да, все-таки. Паша, ну, поплыл. О, озеро изменило цвет на осенний. Уже кругом все подернулось. Желтизной подергивается. Скоро уже захолодает. Но пока тепло. Чего ты вылупился, дядя? Джентльмена, что ли, не видал? Ну а что не зван и на ночь глядя? Тут уж, извини, не подгадал. Ты не бойся, это левый крайний. Он тут покопается пока. Что когда-то видел на экране? Ну а теперь он спец под тайником. Бывшие спортсмены, а ныне ракетмены. Ну что ж нам было вены, по-твоему, вскрывать? Когда героев спорта, ему отдавших годы, как говорится, морда, я в асфальт. Ну не жмись, они того не стоят. Ты же их потом кровью не полил. Просто ты от поезда застоя, ну признайся, парочку вагонов откусил. Мы же для тебя тогда играли и твою подружку веселя. Головы и ноги разбивали, так плати по старым векселям. Мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетмены. Когда б не перемены, мы в грузчики пошли. Но, коль пылу досужим, себя ты обнаружил, то мы тебя обслужим, раз пришли. Мы на блюде с голубой каемкой, у тебя не просим миллион. Можешь даже сам решить, поскольку нам сколько ты назначить хочешь пенсион. И тогда тебя никто не тронет, ну а прокат денег невелик. Мы просадим их на ипподроме, не входя с законами в конфликт. Еще наш папа Бендер, чтоб был умен, но беден, твердил, что очень вреден законами конфликт. И мы не грабим банки, как ветреные янки, у нас законом только легкий флир. Ты ведь никому не скажешь, правда, что по-братски делишься добром. Мы ж не прем командовать парадом, мы свое получим и пойдем. По большому счету мы устали, и парады наши позади. Мы б и в эти игры не играли, только сам ты, дядя, посуди. Мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетмены. Ну что ж нам было вены, по-твоему, скрывать? Когда героев спорта, ему отдавших годы, как говорится, морда, я в асфальт. Ну чего ты вылупился, дядя? Джентльмена, что ли, не видал? Ну а что не зван и на ночь глядя? Тут уж, извини, не подгадал. Ну а что не зван и на ночь глядя? Тут уж, извини, не подгадал. Thank you.
это песня молодых. Нашей песни время настает, над нами реет огненное знамя. Столько нас отчизна позовет, а мы клянемся подними за нами. На всех дорогах звезды песенны, на всех дорогах и розыгрыш крутых. Герои остаются вечно молодыми, на подвиг эта песня молодых. Завершающий день, 13 сентября, пятница 2019 года. 15 градусов показал наш градомер. Вот, Паша хочет нырнуть и закрыть сезон купательный. Погода портится, солнышко уже еле проглядывает, но когда главный колдун пришел купаться, оно выглянуло. Оно не посмело не выглянуть. Вот он теперь делает восхождение на вышку. Вот он. Уже сегодня скупался на озере Сильва. Сюда приехал. И вот теперь заключительный прыжок. С пятерки или с трешки? С пятерки. Наш спортсмен в пятерке. Вот так вот рукой помахал. И теперь самое главное. Да-да-да-да-да. Замечательно. Ножки вместе, вертикально, вход хороший. Ну все, свершилось. Вот он плывет, довольный собой и всем этим миром. Все замечательно. Вот улыбается, довольный. Ну что же. Сезон был очень странный. То жара стояла, то лютая стужа с вьюгой, с метелями, с летними при зеленых листьях. Так что так. Но мы его преодолели как могли, с достоинством. Вот Паша идет. Там лежит градусник. Сейчас он его заберет и поставит точку на этом сезоне. Завтра, наверное, дождь. Надеемся, что мокрого и не будет.